Ну что, что такое строчковая пушка? Скажите-ка вы мне, видели ли вы строчковую пушку когда-нибудь? Давайте я вам покажу, что это такое действительно есть. Ну что, вот она, строчковая пушка. Я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, как равнодушно на это смотреть. Но вот таких зверей это просто какая-то настоящая жесть. Это просто феноменально. Феноменально. Я не знаю. Такие огромные строчковые поляны, еще и так компактно они растут, еще и такого размера, хорошего. Представляете, если бы я пришел сюда на 2 дня позже? Какие бы они выросли, они бы вообще, наверное, были бы как тот первый зверь. Я не знаю, что, ну вот глядя на это, лес просто одаривает грибами крупномасштабного количества. Это рай грибника, это кайф грибника. Как же я счастлив. И сколько их здесь? Это же просто жесть. Это просто жесть. Такие огромные поляны. Я даже себе представить сегодня не мог. Я еще не могу дойти до своего места. Они меня просто не отпускают. Как мне сейчас это все тащить? Грибов много. Весь лес в грибах, в этих строчках. Разного размера, разного калибра. Но сейчас я могу однозначно сказать точно. Это пик волны. Это самый пик. Сейчас грибы растут всех размеров. От маленьких до гигантских. И в этом есть свой кайф. Смотрите, сколько я уже сорвал. И еще не все. Вот он. Я не знаю. Хочу кричать, помогите мне их собрать. Помогите. Вот моя корзиночка красивая, полная. Куда класть? Я не знаю. Вот это здоровяк, смотрите какой. Ух, пушище просто. Какая грибная жесть. Просто закос. Если честно, таких полян, наверное, я еще не видел. По строчкам это безумие какое-то. Я не знаю, я рву, они все никак и никак. Сейчас мы их в одну кучку сложим и посмотрим, что у нас с вами получилось. А вот забыл сорвать, кстати. Вот такой хороший. Так, захватываем этих двух. Ну вот такой закосище. Это вообще, конечно, я не знаю. Огромный, гигантский, как их и называют. Что здесь происходит? Что это такое? Вы мне можете ответить на этот вопрос? Лес, спасибо огромное за эти эмоции. Ух, просто жесть. Дорогие подписчики, гости моего канала, всех вас приветствую. Ну что, выбрался я сегодня опять в лес погулять, подышать свежим воздухом, пособирать строчки. И уже сегодня действительно попадаются потенциально здоровые строчки гигантские. Наверное, поэтому их так называли. И сейчас вот я вам покажу, какой здоровый. Даже не один, тут несколько классных строчков. Нахожусь в таком интересном месте. Здесь вода, низина, и деревьев нету. И вот они, смотрите, где растут. Смотрите, какие здоровые. Особенно вот этот вот, да? Сейчас его главное осторожно сорвать. Палка тут, наверное, будет мешать это. Вот это строчище просто. Потенциально здоровый гигантский строчок.
рядом еще чуть поменьше, но тоже уже здоровый какой экземпляр. Ух, грибалка сегодня у нас удастся, так что оставайтесь с нами. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайки. А мы вот за такими здоровыми экземплярами. Погнали! Вот там вот я показывал вам большие экземпляры, первые два, которые нашли. И вот смотрите, здесь они, конечно, не такие большие, но зато смотрите, какая поляна по количеству. И то размер уже хороший. Это первый у нас. Второй тут у нас поменьше. Третий хорошенький. Так, этот мы, наверное, оставим маленький пока. Вот это уже интересный экземпляр. Смотрите, какой. О, фигуристый. Так, это еще один. Уже со счета сбился даже. Пятый, наверное. Да, пятый. Это не все. Давайте попробуем пробраться сюда. Вот он спрятался как. Шестой. Вот он-то седьмой наш. Строчок. Ну, без грибов-то мы не останемся сегодня, это точно. И еще один, смотрите. Пригрелся. Восемь. Ну что, начало положено. Погнали дальше. В сказку лесную. Это грибное эльдорадо какое-то. Куда ни пойди, они везде. Они везде. Они классные. Шикарнейшие грибы. И сейчас, конечно, опять удивитесь очередной поляне. Тут бы не упасть в этом завале. Очередная очень большая классная поляна. Экземпляры все на 5 с плюсом. Посмотрите, что происходит. Просто посмотрите. И там дальше будет. Вот он. Какой классный. Ух ты, какие. Так. Так. Ух, дерево подпало. Так. Вот он еще один. Еле дотягиваюсь. Мешает мне тут заросли. Вот он-то какой. Ну разве не красота? Вот это сбор. Настоящий сбор. Очень классных строчков. И как же мне нравится этот размер. Это уже такой четкий размер. Как они за неделю изменились буквально. Даже меньше недели прошло. Я просто сегодня пребываю в неком грибном шоке. Вот этот, смотрите какой. Фух. Классный. Так. Сейчас надо пробраться к этим. Оп. Оп. Честно говоря, такое бывает очень нечасто. Везде все в строчках. Не знаю, как я это все буду выносить. Это просто какая-то жесть. Это просто что-то космическое. Еще один, смотрите какой. Это жесть. Так, сейчас этих зацепим. Так. Нет, на этом не все. Сегодня поляны очень масштабные. Саркосыфа тут, кстати, две даже. Но на них мы уже внимания не обращаем. И смотрите, что здесь. Грибной беспредел продолжается. Я не могу остановиться, потому что грибов не просто много. Их очень много. Это просто, я вот уже устал в полу, как сказать, это состояние полусидя, полустоя, вот это все собирать. Вот. Это что-то нереальное. Фух. Я уже, правда, у меня спина уже устала. Они все идут и идут. И главное, что леса тут так много. Тут ходить, мне кажется, мешками их можно вывозить будет. Пойдем сейчас дальше.
Фух. Отпустили. Это называется грибной беспредел. Я по-другому выразиться не могу. Давайте с вами просто пройдемся. Что какие побольше сорвем. Экземпляры разные. От мелких до гигантских. Просто полянище. Огромная поляна. Этих мы, скорее всего, оставим. Они маленькие. Этих сорвем. Так. Ну, поехали. Поехали. Покажу вам, что такое грибной беспредел. Они буквально везде. Весь лес. Весь лес усыпан этими строчками. Вот это уже такой конкретный. Так. Идем дальше. Грибной беспредел у нас продолжается. Я не знаю, есть ли смысл считать. Я просто не начал считать. Ну вот, оставим, оставим. Этого мы с вами возьмем. Так. Оставим. Возьмем. Да, лес, конечно, здесь дикий. Здесь кабаны водятся. Далеко ушел я. И у меня просто счастье грибника. Оно выглядит таким образом. Это закос. У меня прям азарт проснулся. Я даже не знаю. Слов нету. Сердце даже по-другому бьется от количества грибов. От того, какие они красивые. Так. Так. Не, нет, на этом не заканчивается. Мы просто кучки будем оставлять. Грибы продолжать собирать. Главное потом кучки найти. Вот он какой, смотрите. Хороший. Вот он-то. Хороший тоже. Хороший гриб. Так. А вот это уже, можно сказать, и гигантский строчок. Смотрите, какой красивый-то. Ох! Я прям счастлив. Тут два их было, оказывается. Я счастлив. Я просто не знаю, что сказать. Они просто на каждом шагу. А в лес мы только зашли. Буквально только-только. Что будет в конце прогулки, я не представляю. Я уж думаю, может, зря я одну корзину взял. Надо было две. Так. И вот откуда все это дело началось, сейчас я вам покажу. Там корзину я оставил, как метка грибная. Так, давайте смотреть. Вот он. Тяжелый такой, кстати. Под палкой. Вот он-то. Вот он. Вот этот хороший прям. Такой прям классный. Так. Вот он. Так. И вот он. Ну, пока на этом все. Но что-то мне кажется, сегодня будет жарко. Уже жарко. Жара просто конкретная пошла, грибная. Вот такой вот лес. Какая же все-таки сказка. Светит солнышко, погода теплая, птички поют. И смотрите, как же нас радуют грибы. Это такое ощущение, что уже от веса начал падать. Смотрите, какой здоровый экземпляр. Вот он. Прям отличный, прям смак. Ох, класс. Так. Здесь у нас... Это скромняга у нас. Мы его тоже с вами, наверное, возьмем. Уже можно срывать. Конечно, совсем маленькие не рвем. Ну, такие средненькие экземпляры. Вполне себе. В этом году, конечно, год. Видно, что строчковый. Так. Сейчас мы его в кучку сбросим.
Давайте дальше пойдем вместе со мной искать грибы. Вот он. Видите, какой. Так. Так, сорвали. Вот здесь, вот смотрите, какой растет. Крутыш. Крепыш. Так. Этого мы с вами оставим. И давайте перейдем тоже к таким достойным грибам. Правда, нам придется тут через такие заросли пробраться, чтобы забрать наши трофеи. Так. Вот он-то. Пока скромный. А вот дальше уже. Смотрите, какой экземпляр. Это не мозги. Гриб-мозги. Вот он-то. Какой. Хорошенький тоже. Смотрите. В каком количестве-то они пошли, а? Сегодня, что ни поляна, то это 10+. Имею в виду по количеству грибов. Собираю вот кучками. Вот. Ну, жара. Что я еще могу сказать? Ставьте лайк, если вам понравились такие грибные поляны. Ну что, что я могу сказать? Бесконечные поляны строчков. Вот я просто иду по лесу. Они везде. Сейчас мы с вами в этом убедимся. Первый. Я не знаю, даже есть смысл считать, нет. Можно посчитать, если не собьюсь. Второй. Так, хорошие такие. Маленький. Акцент сильно не делаем. Оставим. Придем через пару дней. И сорвем его. Третий. Очень хороший экземпляр. Посмотрите, какой большой. Уже действительно отрос. Так, ну положим его в кучку и пойдемте дальше. Я просто буду идти искать. Вы тоже смотрите. Этот маленький оставим. Этот маленький оставим. Даже считать их не буду, все-таки в корзину они к нам не попадут. Вот, главное мне сейчас все найти. То, что я шел сюда. Я от корзины, наверное, метров 100 ушел. Так. Вот он. Да-да-да, смотрите. Смотрите, что происходит. Вот он. Маленькие нам не так интересны. Так. Вроде бы пока нет. Так, ну пойдемте, пойдемте искать. Онлайн грибалка. Так. Вот она, поляна, смотрите. Можно сказать, это и есть все одна поляна. Такие поскромнее экземпляры. Плохо срывается, да, ветка попала. Ладно, ничего страшного. Так. Вот он. Вот он. Так. На этой поляне, конечно, разброс очень большой. Вот что я заметил. И теряются грибы. Теряются грибы, которые уже сам нашел. И приходится искать вот по второму кругу. Ну вот, вот. Зацепим. Так. Тоже можно взять. Так. Вот я, кстати, со счету избился уже. Перестал считать. Так. Сюда их кладем. Так. Самое интересное. Смотрите, что происходит. Все в них. Все в строчках. Если некоторые еще брать мы не будем с вами, то тех, которые взять можно, их на сегодня уже полно. Так.
Так. Вот это возьмем. Вот он-то. Вот это драйвовая грибалка. Прям кураж идет. Страсть. Грибная страсть. Я даже не знаю. Ты еще здесь ходить и ходить. Грибов просто немерено. Вы сами видите, это закос. Строчковый закос. Давненько я не собирал их в таком количестве. В этом году, конечно, сначала думал, будет год не строчковый. Мало выпадалось. Сейчас уже не знаю, что и думать. Везде все в них, я не знаю. Это какая-то грибная жесть. И тут ходить, вот на самом деле, искать. Так, там мне, по-моему, показалось. Сейчас посмотрим, найду еще что-то. По-моему, я остановился вот там не случайно. Значит, грибы были. Так, есть грибы, есть. Правда, не такие большие. Наверное, ну, вот этот сорву. Этот оставлю. Ой, вернее, сорву. Уже заговариваюсь. И этот сорву. То есть, бесконечная поляна. Я не знаю, конца и края нет. Давайте дальше пройдем, потому что... Да, я уже вижу. Уже вижу экземпляры. Вот он-то. Ну что, грибные поляны у нас продолжаются. И походу они не собираются кончаться. Строчки пошли массово. Даже можно сказать очень массово. Хороших экземпляров, хороших размеров. Классные, смотрите, какой хорошенький уже. Так, здесь у нас много маленьких. Собирать мы с вами будем берущиеся размеры. А за маленькими мы с вами придем попозже. И доберем. Строчок пошел, так пошел. Вон какой, смотрите, экземпляр-то стоит. О, хороший. Вот он-то. Всех размеров, от совсем маленьких до гигантских строчков у нас сегодня с вами есть. Мы это с вами наблюдаем. Вот он тоже хороший. И даже не знаю. Я уже, если честно, их еле несу. Не знаю. Донесу, не донесу. Может, помощь даже звать придется. Они тяжелые грибочки. Вот это тут тоже можно сорвать уже. Вот такая полянка. Едем дальше. Класс. Вот и заканчивается сегодня наша грибалочка. Была она офигенной. И вот такой вот результат. Это еще не все. На самом деле выложил. Посмотрите, сколько строчков. Смотрите на этот результат буквально за 2 часа. С такими делами, если весь день ходить, наверное, надо будет газели вызывать. Просто жесть. Потрясное настроение. И очень-очень доволен. Все в строчках, посмотрите. Вот это была грибная удача. Ну что, надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписаться на мой канал. А мы с вами прощаемся. Ну, я думаю, совсем скоро устроим новый грибной закос. Пока-пока.